Уличный художник из столицы рассказал самарским коллегам о стрит-арте. Лекция собрала студентов, творческую интеллигенцию, строителей и архитекторов. После Максим Иванов отправился на тематическую экскурсию по Самаре. Ему показали фасады домов, которые украсили портреты известных людей. Идея принадлежит фонду капитального ремонта. Столичные живописцы готовы также взяться за портреты Валерия Грушина, Петра Алабина и покровителя Самары митрополита Алексия Московского.